Балакин же Оглу не был бы кезлевцем, если бы не считал свой родной город Кезлев, отмеченный особой благодатью Аллаха. Обеспеченный меховщик, владелец собственной лавки, был уважаем горожанами. Однако он еще не знал, какой милостью его одарил Всевышний, подарив ему и его молодой жене в 1621 году сына. Младенца нарекли старинным крымско-татарским именем Умер. С детства мальчик не проявлял особых дарований, однако отец посчитал своим долгом дать сыну хорошее образование. Он отдал его в престижной по тем временам медресе при ханской мечети. Однако наука не очень давалась Умеру. Он получал плохие оценки и нарекания наставника Шерифи Эфенди. Однажды очередной укор преподавателя настолько запал в сердце ранимого школяра, что после занятий он вышел за главные городские ворота и побрел в сторону старого кладбища. Как гласит легенда, придя на кладбище, он лег на землю, закрыл глаза и стал просить ангела смерти поскорее забрать его, неудачника, с этого света. В горячих молитвах Умер не заметил, как уснул. Во сне ему приснилась небесная дева. Она подарила ему музыкальный инструмент саз, пояснив, что ему суждено стать первым среди избранных, сочинять стихи, странствовать по миру и петь людям о жизни и любви. Проснувшись, Умер увидел рядом с собой саз, такой же, как во сне. Утром школяр пошел в медресе, и тут случилось чудо. Какой бы вопрос ни задавал учитель, Умер на все отвечал блестяще. Но самое удивительное, он говорил стихами, чего ранее с ним не случалось. Поэтические строки с рифмами легко рождались в его голове. Юноша произносил их мелодично, нараспев. Очень скоро он пристрастился к сочинительству, и слава о нем, как о поэте-акыне, разлетелась по всему городу. Неизвестно, как воспринял такую новость родитель. Возможно, он видел в сыне продолжателя своего дела и настаивал на этом. Но после того, как Умер был представлен крымскому хану Бахадиру Гераю и одарен его милостью, препятствовать неожиданному дарованию сына не стал. Возмужав, Ашик покинул родной город и отправился в путешествие. Он бродил всюду и бичевал в своих песнях нравы своих современников. Поэта из Кезлева видели во многих странах Востока. Чаще всего он появлялся в Кони, в суфийском центре Османской империи. Обойдя чуть ли не пол мира, состарившись, Ашик Умер, автор более чем 2000 стихотворений и поэм, вернулся в родной город. Он был богат и знаменит, его радушно встретили земляки. Последние годы жизни Ашик Умер посвятил строительству мечетей. У стен одной из них в 1707 году он нашел вечный покой. С тех пор ее стали называть мечетью Ашик Умера. Существует и другая версия, будто Ашик Умера похоронили на карантинной косе в песчаном бархане у моря.